Привет, друзья! Как она, жизнь ваша? Прекрасно? Так это же хорошо. А сейчас я вам еще прекрасности добавлю, чтобы слаще было. Молдавские ученые совместно с учеными Уганды и ЮАР недавно сообщили мировой прессе и в частности нашему корреспонденту о потрясающих научных выводах, которые у них получились после многих лет кропотливых экспериментов. Так вот, оказывается, что иметь деньги – это тяжко. Почему тяжко? Ну, так начинаются проблемы. Куда их потратить и куда вложить? Богатый человек мучается дилеммой вложения капитала. Траты доходов – в магазинах у них та же история. Представьте себе, у богатого начинается нервное истощение, потому что он не может выбрать, что купить. А шопинг – это лучшее лекарство. У богатых нет такого лекарства, они не покупают вещи сами. Их обычно покупают секретари или там экономки, получая вместо богача весь спектр положительных эмоций. Все, что потребуется богатому человеку, чтобы выздороветь от болезни богатства, это просто перевести средства со своего банковского счета на счет фонда Буратино энд Компани, основанного этими учеными для благих целей. И что интересно, все ученые хором утверждают, что после переведения денег этому фонду у любого деньгодателя происходит полная ремиссия и даже выздоровление. Во всяком случае, у бывшего богача появляются совсем другие интересы и проблемы. И вы знаете, я склонна верить этим ученым. Когда денег нет, то проблемы совсем другие. Проверено. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал. Всем успехов! И вирус богатства в подарок.